центре «Патриот-57» прошла фотовыставка, посвященная афганской войне. Здесь все желающие смогут увидеть около 50 уникальных снимков, отражающих все реалии войны, которая длилась почти десятилетие. Одно лишь слово «война» вызывает ужас. Но каково было тем 14 тысячам бойцам, отдавшим свою жизнь в Афганистане? Ранеными и контуженными остались 53 тысячи человек. Для семей павших это до сих пор невосполнимая потеря. Поэтому почтить их память и поговорить о далеко не легком времени собрались в центре «Патриот-57». Там Российский союз ветеранов представил фотовыставку «Афганская война». Весь спектр эмоций военного противостояния отражен в цикле из 50 экспонатов. Привезли выставку, приуроченную к 30-летию вывода войск из Афганистана. Эта выставка уже предварительно выставлялась в Государственной Думе, в Общественной Палате, в других регионах. И нам сейчас предоставилась возможность эту выставку привезти сюда, там, в Орловскую область, чтобы ознакомить, и в том числе, в первую очередь, молодежь с той давней войной, 30 лет прошедшей афганской войны, десятилетней войны. Именно при поддержке Российского союза ветеранов Афганистана «Наследие 57» организован этот проект. Эта выставка постановочная. Она была произведена в Крыму с реальными ребятами, которые были в боевых действиях, и ребятам, которые афганцы, которые у нас учатся. Ну, постарались сохранить как можно больше фактов, чтобы как можно было все реалистичнее, чтобы показать, как сказать, и ужасы, и вот это войны в Афганистане. Юрий Суковатых не понаслышке знаком с этой войной, ведь сам прошел тернистый путь сражения. Это больно, страшно, неприятно и жалко за погибших молодых людей, которым жить и жить еще. Так что будем надеяться, современная молодежь посмотрит на эту выставку, значит, поймет картину происходящую и не будет думать, что это так вот все прям легко, красиво и безоблачно. Это все-таки страшные вещи. На этих выходных все желающие могут посетить выставку в Орловском военно-историческом музее по предварительной записи. Валерия Морева, Андрей Погосян, телеканал «Первый областной».